что там? А, что-то злого. Я, как обычно, отмечаю Новый год со всей семьей. Мой но, дед но после 5 минут мы двух рюмок водки. Багет, масло и килечку. Ух, рыбка вот эта, блядь, блядь, не слюна во рту. Вкусно, смачно. Рыбка вот эта, масло, с масла. Ебать, это вообще охуенно. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь тебе навечно. До скорой встречи. Бульбульная почелка представляет. Злой про бывшую. Стрим останется на канале, но до завтрашнего дня, скорее всего, да. Как буду уезжать в Москву, удалю, наверное. Слушай, не возвращайся. Нет, хоуми, но возвращение, но только, блядь, вперед, только вперед. Я не оглядываюсь назад, не возвращаюсь к бывшим. Кен, возвращаться обратно, это, знаете, брат, это как, блядь, вернуть брат. Шаг назад, это как переехать в деревню и снимать CSGO. Нет, для меня это полная хуйня. Злой про грязюку на пальце. Мы зашли, нормально гримировали, ну гримо, гримчик грязный. Бля, там такая красивая гримерша. О, ты шо, дядь, такая красивая, ёбнешься. Это... У меня вот эта фраза, ты шо, дядь, у меня она почему-то ассоциируется с Киевстонером. Типа он постоянно так говорил. Мой типаж. Я думал, все, надо атаковать, но я увидел грязюку на этом пальце. Я думаю, wait, man, don't worry, be happy. Все, останови коней, нахуй. Твою ебало гримировать она не будет. По факту кто-то уже другой гримирует ее. Но не суть, это не суть. Ну типа я немножко расстроился, но потом собрался, потом ладно, хуй с ним. Злой про красоту. Ну, понимаешь, это как, бля. Смотри, ты пьешь лимонад с клубничкой, с лимоном и с вишней, допустим. Каждый сладкий, правда? И вкусы разные. Так же и здесь. Каждая красиво, но красиво по-своему, свои черты лица, типа, и так далее. Типа, я не могу выбрать кого-то одну, потому что они очень все красивые. Безумно. Ну, нет, не сильно безумно, но типа, но нормально. Злой про качаны. Мы сидим в сауне, парим качаны. И обычно мы все без трусиков. Ну, я самый первый их скинул, потому что это мои же друзья, я их знаю около 10 лет. Почему бы не скинуть трусики, не показать свой пенис? Не то, чтобы мы пенисами там меряемся, или смотрим на них, или там целуем их. Нет, ни в коем случае, мы просто так свободны. Парить качана без трусиков охуенно. Типа, ты снимаешь трусики, ебать, долой свободу ручкам, долой письки там. Ну, короче, не суть. Типа, ты снимаешь трусики, ебать, долой свободу ручкам, долой письки там. Ну, Долой письки, говорит, блядь. Короче, не суть. Злой про калории. Я сладкое не ел, блядь, 2 недели. Я съел сладкое, блядь. Как себе теперь понять, что я это могу, а потом не могу? И как мне эти калории сейчас нахуй? Я съел 700 калорий. Так это ж мало. Вот эта баночка 700 калорий. Знаете, что надо, чтобы 100 калорий согнать? Ёбнешься. Сколько надо хуярить? Час. 500 калорий это час бега. Час бега это 500 калорий. Злой про покупку машины. Во-первых, какие нахуй дети, блядь? Все мои дети, блядь, в салфетках. Начнем с этого. А во-вторых, я еще даже не думаю, у меня даже девушки нет, чтобы, блядь, думать о детях. Ты же мне похуй, типа, на чем я их буду возить. Салфетки, блядь, это на мусоровозе могу пиздец. Повозить, блядь. Не похуй, чисто, дядь. Понимаешь, блядь? Ну как нахуй мне об этом думать? Типа, ох, блядь, сейчас надо... Блядь, надо научиться водить машину! Я что, блядь, детей на такси возить буду потом? Да каких нахуй детей, блядь? Может, вообще никогда детей не будет, блядь? Потому что я, сука, у меня характер тяжелый, блядь. 100 центнеров нахуй весит, блядь. Злой про туалет. У кого плюс, чем у кого туалет с подогревом, блядь. А еще, еще два плюса, у кого туалет вообще на улице, там просто очко, и вас... Ой, я помню, у меня был, ну, когда мы жили в деревянном доме, у нас было такое очко, то есть чтобы у нас был туалет, вот такой вот, у нас была бы просто дырка, типа, и все. Ты садишься и просто, ну, типа, срёшь. Когда вы срёте, то вы думаете, что вы срёте в последний раз, потому что вы можете туда упасть, и вас никто, да, нахуй оттуда не вытащит. И вы просто в дерьме умрете, блядь. Просто в этом, это как, сука, прискорбно это думать, слушать, блядь, очково нахуй. Злой про подводку для глаз. Я ненавижу подводку на глазах. Блять, я просто, меня раздражает, когда подводка вот на веках, оно черное все. Я думаю, я постоянно почему-то думаю, что это, блять, Робин. Я, блядь, хочу подойти и спросить, а где твой Бэтмен, блядь? Почему маска? Ты в маске? Ты сейчас на задании каком-то, на суперзадании, где-то суперзлодей, блядь, какой-то. Где твой шест, блядь, я не могу понять. Где твой Бэтмен, блядь? Робин, ты что здесь забыл?
Злой про суровую жизнь в деревне. Ты выбирался хоть раз так с кентами? Ты подсадки делал хоть в CS GO, блядь, или где ты делал? Я в 1.6 участвовал в подсадке на 50 человек нажали. Ой, на 3, ой, блядь, блядь, на 32, на 32. А мы нахуй через забор, блядь, чтоб спиздить черешню, так же подсаживались. Какой твой нахуй джейл, блядь? Ой, черешню захотела пиздить. Мы с пацанами, чтоб спиздить абрикосов, черешень, блядь. Мы вот так втроем подсаживались, блядь. Друг на дружку, нахуй. Чтоб забор двухметровый перепрыгнуть, блядь, кентиками, литл кентиками, блядь. А металлолом как пиздили, знаешь, а сказать тебе? Злой про неуязвимость. Типа, я уязвим морально, но сейчас я, блядь, настолько крепок, я не уязвим. Меня пробить мою душу, блядь, невозможно. Особенно, ну, вообще в плане, блядь. А, да? Типа, я уязвим, я сейчас не уязвим, мне похую, блядь. И мне это начинает раздражать. Надо быть немножко послабее, чтобы кто-то, ну, типа, там, ой, не знаю. Да куда женская там? Красота меня очаровала, я упал между ножья ее, храм волшебный, начал языком открывать ворота. Ну, что-то типа этого, ну... Нихуя, блядь, нихуя, блядь. Блядь, запоминайте эту фразу. Открывать ворота. Ну, вставала, я упал между ножья ее. Храм волшебный начал языком открывать ворота. Ну, что-то типа этого. Ну, сильно. Нихуя, блядь, нихуя, блядь. Ой, блядь. А чё мне с чатом, почему не вижу чат?